Вот что интересно, найдется хотя бы одна женщина, которая согласится на брак, если она юридически окажется на месте мужчины. То есть мужчина сможет в любой момент подать на развод, сможет в любой момент забрать ребенка, отжать половину имущества и поставить женщину на там, 15-16 лет алиментов, ну, до достижения ребенком 18-летнего возраста. Я думаю, что ни одной не найдется, ни одной дуры не найдется, которая на это согласится. А вот мужчины почему-то соглашаются. Почему? Потому что, ну, пилотка глаза накрывает, да, и токсикоз вагинальный наступает головных мозгов. Мужчина головой перестает думать, начинает думать другими своими органами, которые для думания совсем не предназначены. А потом развод, дележка, пелешка, алименты. Мужчины, пожалуйста, думайте головой. С современной женщиной семейное счастье недостижимо. Семья для женщины, она невыгодна. Для современной женщины семья невыгодна. Не построить с ней семью, она семью обязательно разрушит. Имущество распилит. Ребенка отберет и настроит против вас. И на алименты обязательно подаст. Вот такой вот итог. Берегите себя и будьте счастливы.